уважаемые ветераны тыла, ветераны труда, заслуженные наши земляки Хангаласкауса, сердечно вас поздравляю от имени Совета ветеранов войны и труда и правоохранительных органов Днем Победы. Славная победа с мировой трой войне. Наши деды, отцы проявили настоящие героические подвиги. Тем я вас, детей и подрастающее поколение, будьте, как они, сильные духом и никогда не сдавайтесь трудностям жизни и всегда будьте готовы защищать нашу родную Россию и нас, Хангаласский ВУЗ и Республика Саха-Якутия. Днем вас, Днем Победы!